ve çagı. Korpus daha bakay. Akurat ne o kadar ugalı tekrar. Koral sere sövreme sövreme pilot. Lapkiyom. Davi. Korpus galava. Oğlum. Ça. Ungeta. Zaman çözü bu. Ervira. Локти, Шома, локти. Vai jogando na grade, vai jogando as costas na grade. Tenta ir sentando, tenta botar o joguinho de você sentar na grade. Se não conseguir raspar, tenta sentar. Se divertindo, continua o seu pé dele. Segura pra raspar, aproveita pra raspar. E se dita, não perde o pé. Cara, ele só tem esse jogo aí, cara. Ô, Luxa, DJ, louco, você tá indo sempre. Octi! Thank you.
Что, братья? Пока мы прощаемся. Братья, рад были всех видеть. Надо забирать спину и живот на руках. Ты не начал, у меня родительский тоже канал не был. Тебе надо больше работать на боксе. Карту на живот, на спину. Я смотрел. Самое главное победа, а там эти работы над ошибками, их надо всегда понимать. Если даже ты хоть олимпийский чемпион, чемпион там UFC, всегда будет работа над ошибками, не только у тебя. Понял? Поздравляю еще. Шома, а ты вот как боец сегодня выступал в своей же организации, оцени до организации, что ты натворил? Ничего не говори, все про себя и про себя. Президент лиги UFC, пускай скажет, что не отправили. Я же поблагодарил, как это. Ну что благодарил? Оценку дай себе профессионально. Очень, очень хороший. Ты очень сам сегодня проверил, что как. Не, бои я не смог посмотреть, потому что готовился. Не, организация сама, вот свет видел, мы как по тебе подготовили. Не, очень красиво. Как вы? Экраны, все очень красиво. Очень хорошо. Спасибо, Камал. Камал, Серега, вот первый раз в жизни вас поблагодарили. Спасибо сказал, что спасибо. Вообще, как вы? Когда-нибудь видели, чтобы президент лиги сам выходил и сам проверял, как там лига вообще находится? Это вот такой видел. Вызов, так скажем. Даня Вайт, пускай вот берет пример Шангазова. Пускай выходит и проверяет свою организацию. Правильно, Шам? Может быть, тебе сделаем прощание с Даной на совместном турнире? UFC, UFC, как думаешь? Не знаю, может, Камил Гаджи или там Амир Мурадов. А Дана очень здоровый стал. Он играет сейчас на 120. Да не, в абсолютке можно какую-нибудь такую организовать, такую, знаешь, как восьмерочку. Беллатор. Я хочу серьезный бой. Короче, ты стариков не принимаешь, как такой. Да, старикам не хочешь. Да хотя они твои ровесники, чего. Все, салам алейкум. Давай, приходим.